Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД озвучила список из 4 нарушений ПДД, которые чаще всего заканчиваются аварией. Это проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, нетрезвое вождение и превышение скорости. Последнее, причем, является усугубляющим фактором. По официальной статистике, увеличение средней скорости авто на 1 км в час приводит к повышению риска ДТП со смертельным исходом на 5%. В общем, если не хочешь угодить в аварию, будь трезв, держись подальше от других машин, не гони и следи за знаками и светофорами. Вуаля! Трасса 101. Водительские права теперь получить довольно непросто. Как сообщает издание «Коммерсант», сдают с первого раза практический экзамен только 13% выпускников российских автошкол. В 2020 году показатель был больше в 2 раза. Все это следствие изменений, внедренных в апреле этого года. Тогда, напомню, автодромы и город объединили в одно испытание. Трасса 101. Говорят, пешеходы у нас безответственные, подумаешь, штраф 500 рублей. Однако все может зайти очень далеко, очень. В Калмыкии пешехода осудили на 1 год колонии поселения за то, что он спровоцировал аварию со смертельным исходом. Пьяный мужчина шел ночью по дороге. Чтобы не сбить его, водитель легкового авто резко вывернул руль вправо, вылетел с трассы и погиб. Приговор был вынесен по части 2 статьи 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Максимальное наказание по ней – до 4 лет тюрьмы. Трасса 101. Лидером продаж среди новых легковых авто в июле этого года осталась «Лада Гранта». Машина сейчас стоит минимум 532 тысячи рублей. Серебро получила «Лада Веста», цены на которую стартуют с отметки 759 тысяч. Замыкает топ-3 Kia Rio с начальным ценником 920 тысяч рублей. Также в первой пятерке Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Соответственно, 1 миллион 147 тысяч и 870 тысяч рублей. Трасса 101. А в Индии создали суперэлектрокар с двигателем мощностью 1000 лошадиных сил. Такой агрегат разгоняет авто до сотни всего лишь за 2 секунды. Запас хода более 500 километров. Максимальная скорость 322 километра в час. Но это надо быть абсолютно безбашенным. Электромобиль при этом оснащен передовыми системами безопасности, в том числе автопилотом. Несмотря на то, что стоимость новинки еще неизвестна, заказы на нее уже принимаются. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.